Ребят, сейчас вот такой серый хлеб попробуем. Изучаем пруд, сколько рыбы осталось. Вот. Или вылавливать. Но лучше не вылавливать. На следующий год опять будет проверка. Но рыба, видимо, такая голодная. Сейчас закинем. Да я думаю, пару кусочков хватит. Вот прям рядышком бросим. Пускай. Вот. И ждем результата. Она только тихая. Все это как бы делать, в общем. И она, потому что рыба боится, когда стоишь, разговариваешь и быстро дергаешься. Она быстро бегает. Вот, смотрите. Поплыла. Вот, кто это? Это карп. Да, карп смотрит на нас. Тоже боится. И, наверное, или крошки там ест, которые упали вниз. Сейчас будем ждать. Еще подплыла рыба. Она начинает есть. Это маленькая рыбешка. Мы ждем большую. Большие карпы плавают здесь. Форель, стерлядь. Пока что мелочь подплыла. Уже покрупнее подплывает. Ой, сколько много. На серый хлеб они смотрят лучше в эту. Ну, едят серый хлеб больше. А еще больше он подплывает и подплывает, смотрите. Сейчас и крупная должна подплыть. С очком их лови. Куда это мелко? Он ко мне подплывает. Едят, да, мелочь. Крупная наелась, наверное, не знаю. Снизу только берет. Несколько раз видел, и все. Пропали куда-то. Ладно, все, ребят. В общем, больше всего на серый хлеб берут. Белый уже что-то надоел, наверное. Или, наверное, вкуснее. Все, пока.